что здесь? Здесь какая звезда, да? И цветочек еще. О, красота какая, да, Дим? Красиво, да? Красиво, Дим? Всем привет! С вами канал Артмания. У нас сегодня жарко, но в Тиньке холодно. Мы сегодня идем на занятия. Дима у нас идет второй раз на занятия в бэби-клуб. Ну так, проходим мимо танка, решила записать. Какой у нас тут стоит? 163-й. А буковки не знаю. Да? Красивый такой. Большой. Да, танк, танк это. Танк. Танк. Там еще есть памятник. Танк, танк, да? Танк? Так. Танк. Танк. А не так. Да, Дима? А, так. Так, так. Я думал, ты танк говоришь. А, так. Ты красиво так. Сейчас мы еще с вами подойдем к другим красотам. Да, здесь находится памятник. Но его ремонтируют что-то. Одна голова там торчит. Не знаю, где там его ремонтируют. Ничего не видно, ничего не слышно. Хотя нет, что-то слышно. Но не видно ничего. Не знаю, к зиме успеет. Ну, вообще, мы здесь с вами уже были, зимой были, осенью или весной. Где-то, наверное, вы видели уже. Вот тут еще красота есть. Такая в виде каски военной со звездой. И в виде кругленькой земли. Там я Африку уже вижу. Такие зелененькие. Я не думаю, что это... Нет, нет, это не трава, это просто что-то зелененькое. Ну, смотрится симпатично. А, еще цветок там. Думаю, что там за тряпка лежит. А здесь в виде земли. Африка, Россия как раз видна здесь. С этой стороны. Да, видишь, какой красивый. Красота, да, какая? А, вон там еще написано Самара. Она, блин, находится в таком месте, где обычно я не бываю. Либо я на той стороне бываю, либо на этой. Если вниз мне идти, а вот там я не бываю. Сейчас я приближу. Здесь вот в прошлый раз мы с вами шли. На первый урок бэби-клуба. В этот раз на второй. Сейчас я... Сейчас. Вот она. Ну, Самара. Ай, машина поехала. Все. Это вот какой-то сквер как раз по улице Осипенко, по-моему. Да, по улице Осипенко. Если вот так вот идти очень долго-долго прямо, как раз выйти можно на Волгу, на набережную. А, почти что к ладье. Ну, если там еще где-то свернуть направо. Очень красиво. У нас уже осень. Хотя, наверное, пока этот ролик выйдет, их что-то вообще у меня там накопилось так много. Пока он выйдет, наверное, у вас будет уже октябрь. Я так думаю. Сейчас у нас сентябрь еще. Здесь вот, кстати, береза. Смотрите, какая она красивая, большая такая. Висит, блин, она мне так нравится. Если бы тут еще работал фонтан, было бы вообще классно. Представляете, как было бы классно?
фонтан такой большой, и рядом береза такая большая, шикарная. Ну, не знаю, что-то не хотят. В прошлом году, кстати, многие фонтаны отремонтировали у нас в городе, которые уже просто стояли. Но в этом году что-то не хотят. Что ты там крякаешь? Ну, ладно. Пришли мы во двор. Мой любимый. В детстве меня иногда сюда водили. Очень любил. Такой маленький он стал. В детстве он казался таким огромным. Здесь поставили решетки, а раньше там у нас были домики, мы бегали, играли, забегали в эти домики, прятались там. Сейчас там мусор, видимо, стали собираться алкоголики всякие. Там он тоже домик. Там, по-моему, то ли лесенка была наверх, я не помню. Здесь было пусто, по-моему, посередине. Не было вот этого всего. Или старых горок каких-то. Такой он был, я был, помню, был прям огромный. Бегали, носились тут. Я жила неподалеку отсюда. Да. С трудом сюда, кстати, прошли. Там дороги ремонтируют. И коляска еле проехала. Не хочу, чтобы она лишний раз по камням ездила. Хочу, чтобы хватило нам ее надолго. Здесь, кстати, вот такая лодка сделана. Помню, это моя самая-самая любимая была игрушка такая большая. Она тоже была на тот момент гигантская. Не знаю, мне кажется, она уменьшилась даже в размерах. Не то, что уменьшилась, а что-то мне не хватает. Сейчас подумаем. Опа. Опа. А тут дорожки сделали. Так вот это все выглядит. Наши следы. Там дорогу ремонтируют. Что-то было какая-то. Что-то было, короче, тут. Такая же, кстати, вторая. Есть еще на красной глинке. Там побольше, по-моему, такой. Сейчас мы пройдем с той стороны. Вот он здесь тоже окошки. И окошки вот заделали все. Ну да. Окурки всякие, сигареты, бутылки. Внутри досочками обделано. Домик. Ну, здесь вот асфальт уже сделали. Да, здесь вот такой длинный дом. С той стороны дома мы с вами были в прошлый раз. Там находится парк. Прям классный здесь двор. Но детей нету, конечно. А, ну, все, наверное, это на учебе просто. А так, я помню, здесь прям всегда были дети, всегда было много детей. Но это были советские времена. Это где-то 90-е годы, наверное. Здесь тоже что-то. Дорога. Что-то перегорожено. Общежитие, наверное, тут. Не знаю, где мы с тобой сейчас там пройдем. А, наверное, через арочку мы с тобой пройдем сейчас. Оттуда мы с тобой вышли. Там какие-то манекены. Сейчас пойдем посмотрим, где нам пройти. Ну, тут вообще классное место. Классный двор. Если кто живет в Самаре, это находится Ленина 1, наверное. Где-то так вот примерно адрес. Здесь вот 7, дом 7. Не знаю, по какой улице стоит он. Мы пришли на занятия, опять, как всегда, на целый час раньше. Сейчас мы чуть-чуть пройдемся. Вернее, не дойдем, наверное, не спеша, а придем чуть пораньше, чтобы Дима успел побеситься, немножко набегаться, потому что в прошлый раз он очень-очень много активный был, очень бегал много и не слушал. Поэтому в этот раз мы придем немножечко пораньше, пока нам переодеться нужно будет. Вот, пока он поносится немножко, пока все соберутся. Пойдемте дальше. Там такая ива классная. Ива? А, нет, не ива. Или ива. А, ива, да. Плакучая такая, огромная. Лесистая такая. А фонтан не работает уже все. Что-то, короче, мы с вами в этом году так и не попали на этот фонтан. Один раз, по-моему, мимо проходили, куда-то торопились, он работал.
А потом я пришла, и он не работал что-то. Опять не попали, в прошлом году не попали. Ой, тут какую аллею сделали. Вот, видите, я вам говорила в прошлый раз, здесь елочки. Такие красивые, травка, зеленая-зеленая, газонная. Лавочки сделали красивые такие. Так что-то подстригли, что ли, эти елки непонятно. Какие-то они снизу лысоватые. Или я так давно не была просто. А, подстригли их немножко. Зачем-то. А были они такие огромные. Ветки внизу торчали, большие такие. Дети там бегают, играют. Дорога, шум. Шум. Опять мы пришли рано. Дошли мы за 40 минут. В прошлый раз мы где-то минут за 40 дошли с остановками. И в этот раз коляска другая, тоже за 40 минут дошли. В прошлый раз я еще немножко торопилась, в этот раз вообще не торопилась, медленным шагом шла. Но нет, опять мы пришли рано. Решили обойти немножко здесь, поснимать, погулять. Красиво. Очень. Очень-очень красиво. Наконец-то у нас стали газонные травки сажать. Единственное, знаете, мне непонятно, что такое вот это. Эти вот зебры непонятно. В прошлый раз я на коляске хотела проехать, на ней тоже маленькие колеса. Мы просто застряли. В этой коляске тоже маленькие колеса. Я думаю, тоже застрянем. Тогда вообще непонятно, что это такое. Да? Народу тут даже нету. Обычно, я помню, всегда здесь был народ. Гуляли, прогуливались. Ну вот, хоть деньги пошли в правильное русло. Парк наконец-то сделали красивым. Да, вот я хожу, любуюсь прям. Это газонная травка, такая зеленая. Вот я тоже вошла, только меня прям трава сразу потрясла. Потом смотрю, какие хорошие площадки, да, сделаны. Да. Для ребятишек как хорошо. И попрыгать можно. Да. Ой, прямо замечательно. Вашим детям расти, расти. Будьте счастливы. Спасибо вам, тоже счастье. Вам женщина говорит, как только зашла сюда, сразу трава поразила. Ну, действительно, там до этого было вообще просто какие-то сорняки, земля, песок, окурки там были видны, какая-то грязь. Здесь действительно было очень плохо. Ну, здесь только была асфальтированная дорога, как бы какая-то трава здесь была, и все. А вот именно в конце этого парка там был просто кошмар. Просто виднелась земля, сорняки там как-то они так разнобой росли. Ну, как обычно везде бывает, в принципе. Вот, был, ну, обычный парк, асфальт был в парке, кстати, плохой, переломленный весь. Вот, а это хоть стало красиво. Не знаю, насколько я тут уже наснимала. О, 4 минутки идем. Ладно, поснимаю вам потом с другой стороны. Ну, какая-то там трубы, ракеты, этого я не видела. Много-много детей там, поэтому чуть-чуть поснимаю. Надо сюда прийти, наверное, каким-нибудь ранним, приранним утром, что ли, я не знаю. Чтобы было, можно было поснимать, и чтобы не было детей. Потому что детей вон очень-очень много. Какие-то вон красивые, даже самое интересное. Теперь я понимаю, почему эта женщина сказала. Да детей все есть, там так, вообще так классно. Там очень классно. Да, Дима прям смотрит. Нет, сейчас мы с тобой на занятия идем. А потом после занятий мы с тобой побегаем, покушаем, наверное. Здесь тоже вон его плакучая. Вот оно здесь все было заброшено. А, и туалет еще, кстати. Интересно, он платный?
или нет. Вообще должен быть, кстати, бесплатно. Ну вот, пошли мы гулять. Солнышко уже нету. Да, Дима поспал 2 часа. Сначала мы покушали как следует. Кашу, банан, молоко, да, Дима? Потом Дима пошел гулять. Как у тебя волосики развиваются. Что там?